Экофорум Запорожье должен стать площадкой для эффективного решения вопросов охраны окружающей среды. Работа будет организована в нескольких направлениях. Свои экспозиции представят запорожские предприятия. Они покажут конкретные наработки для улучшения экологической ситуации в регионе. То есть вот, допустим, есть предприятия, и они говорят, что мы на сегодняшний день делаем целый ряд работ по таким направлениям для того, чтобы, допустим, очистить воздух, газоочистка, улучшить стоки производства. Это очистка стоков, пыли, это количество пыли, выбросов пыли в атмосферу и так далее. Параллельно будут представлены стенды отечественных и зарубежных организаций, которые представят новые природоохранные технологии. Основные тематические направления экофорума – это газоочистка, энергосбережение и энергоэффективность, охрана водных ресурсов, очистка стоков, переработка промышленных и бытовых отходов, борьба с карантинными растениями. Будут выступать представители науки, представители предприятий крупных, представители общественности, которые будут говорить о новых научных разработках, новых подходах решения. В форуме планируется участие сотен ведущих специалистов и компаний с мировым именем. Среди предлагаемых к обсуждению тем – вопросы контроля и мониторинг состояния окружающей среды. Ми говоримо про розвиток, а розвиток передбачає не тільки великі підприємства, але й велику кількість малих, які на сьогодні не відстежуються, але які так само забруднюють і деінколи серйозно забруднюють і атмосферне повітря, і ґрунтові води, і ми так само від них потерпаємо. В течение 3 дней форума будет работать 7 тематических зон. На одной из них свое видение решения вопросов сбережения экосистемы покажут школьники и студенты. Поэтому это очень важная площадка, очень важно иметь связи, очень важно неформальное общение. Очень весомо, может быть даже важнее, чем все технические мероприятия, это вот то, что здесь будет начиная от детей, молодежь, и это будет все работать над экологизацией сознания. Открытие Международного экологического форума в Запорожье состоится 30 мая в выставочном центре «Казак-Палац». Ольга Васильева, Сергей Чалый, ТВ5.